5 участниц. И прекрасный семь исключения. Спасибо, Дитом Судья. Спасибо, участницы, вы можете занять свои места на второй линии. Пожалуйста, дружите, ребята, еще пожелания. На второй сравнении вызывается девочка номерами 8, 33, 48, 65 и 73. 73-й номер. Лицом к судье, пожалуйста. Спиной к судье, пожалуйста. Спасибо, спортсмены сегодня держатся на свои места на второй линии. И еще, пожалуйста, одно сравнение. Участницы под номерами 1, 2. 16, 44. Лицом судьи, пожалуйста. И 49 еще, пожалуйста. 49? Да. Еще 49, пожалуйста. Пожалуйста, работаем. Спиной к судье, пожалуйста. Спасибо, лицом к судье. Поднимитесь, пожалуйста, на сцену для участия в церемонии награждения призовой тройки. Итак, бронзовым призером по решению судейской коллегии в категории фитнес-бикини становится спортсменка под номером 53 Ходкина Юлия, Москва. Ходкина Юлия номер 53. Следующим призером становится
спортсменка под номером 10 Анастасия Волкова, Красногорск. Итак, эта серебряная медаль достается Анастасии Волковой, летающий город Красногорск, выступающий под номером 10. Ну и, наконец, абсолютной чемпионкой в категории фитнес-бикини становится представительница Ярославля Ольга Парикова, номер 5. Хотелось пригласить на сцену тренера чемпионки Корнилова Алексея. Алексей Николаевич, первый. Где-то как-то нет Алексея Николаевича. Но мы передадим ему эту награду. А так призовая тройка открытого кубка Ярославской области по бодибилдингу и фитнесу. В категории фитнес-бикини еще раз призовая тройка. Спасибо, спасибо участницам. Я представляю, насколько тяжело было судьям. Я бы их всех на первое место поставил. Спасибо. Вы можете пойти за кулисы. Надеемся увидеть вас еще раз и даже не раз.